Друзья, всем привет! И солнечная страна, и Стюрси, всем большой привет, друзья! С вами компания Арбатомс и город, уникальный город, интересный город, инвестиционный город, город Мерсин с вами. Действительно, инвестиционный город и инвестиционный проект сейчас с вами будет, друзья. Есть вот такой проект, один сейчас на стадии стройка, друзья, и в районе Томик, 400 метров до моря, богатая инфраструктура, есть открытый бассейн, детская площадка, беседка, место барбекю, баскетбольная площадка и парковка, огромная большая парковка, очень интересный проект. В 23-м году, в конце августа, заканчивается. Мне очень понравилось именно в этом проекте планировка. 1+1, 82 квадратный метр и отдельно кухня. Есть еще свои маленькие места для гардеробной. Место гардеробной комната есть. Планировка очень красивее, очень богатая инфраструктура, и городская инфраструктура тоже есть, друзья. Рядом есть аптека, рядом есть продуктовый магазин, рядом есть Мигрос, аптека, поликлиник, ресторан, кафе, все. Вот это для жизни, что нужно, все есть, друзья. Так что, поэтому я вам хочу сказать, это проект пока уникальный проект, это проект инвестиционный проект. Это проект, инвестиционный проект, можете сейчас новый прайс купить намного дешевле, потом можно перепродавать. Вот вы меня спрашиваете, как можно вложить деньги в Мерсин, как можно доход получить через стройку именно в Мерсин. Вот такой есть шанс. Вы покупаете сейчас на стадии стройка дешевле, по-любому дешевле, чем готов, друзья. И потом, когда готов будет в 23-м году, в конце августа, вы можете дороже перепродавать. Потому что здесь в Мерсине недвижимость, как Алания, как Анталия, тоже сильно дорожает, друзья, дорожает. Так что прайс-лист можем вам отправить, друзья, потому что прайс тоже постоянно меняется здесь, потому что все меняется, параллельно прайс-лист тоже меняется. Если вам интересно именно вот такой инвестиционный проект, можем с вами поделиться прайс-лист, другие материалы тоже через Viber, WhatsApp и Telegram. Между прочим, казахстанцы здесь много купили и также Украина тоже много купили. 26-го, 27-го будем в Казахстане, друзья. И Нур-Султане будем, потом 1, 2, 3 марта будем Алматы, друзья. Если вам интересно именно вот этот проект, вы можете заранее казахстанцы записываться для индивидуальной встречи. Этот проект мы вам расскажем. Хорошо? Еще что нужно? Всю информацию я вам сказал. Сейчас в втором этаже уже стройка идет, активно идет, между прочим. И потом будет очень красивый, хороший комплекс, друзья. Вот такой город Мерсин, вот такой уникальный проект, инвестиционный проект с вами был, друзья. Так что из Мерсина всем большой привет, друзья. Если вам интересно именно жить возле Средиземного моря, выбирайте именно город Мерсин, друзья. Потому что здесь очень интересная жизнь. Действительно, очень интересная жизнь. 300 дней солнца, 187 видов овощей, фруктов, песчаные долины, широкие пляжи, друзья, и очень богатые, много исторических мест есть. Город постоянно развивается, очень интересно. Здесь жизнь намного дешевле, чем в других городах. Овощи, фрукты дешевле, текстиль дешевле и намного другом уровне жизни здесь. Так что, друзья, если вам помочь нужно именно из Турции, из Мерсина, я всегда с вами на связи. Я готов с вами поделиться. Я не жадный человек. Я готов с вами поделиться своей родиной, друзья. Мерсин – это моя родина, где перегород Сливки, столица Кулюбника,
это моя родина. Поэтому, если вам, у вас есть какой-то вопрос, я очень хорошо знаю глубокую жизнь здесь, в Мерсине. Я могу с вами свой опыт, своей жизнью поделиться. Всем удачи, друзья. Берегите себя. Пока-пока.